Я приветствую всех, кто посетил мой канал. У меня вторая посылочка с AliExpress. Сейчас будем приступать к ее распаковке. Посылка еще пока не распаковывалась мной. Вновь-таки заводить интригу по поводу того, что не знаю, что там внутри, самому интересно, не буду, потому как хоть у посылки и нет до путя трек номера, но она замечательно прощупывается, и я отлично знаю, что внутри. А внутри ко мне пришли еще одни полезные штуковины для тюнинга оружия. Вот. Больше ничего нет. Такие вот замечательные штуковинки. 4 штучки абсолютно одинаковых для тюнинга оружия, которое называется универсальное подствольное крепление. Значит, почему 4 штуки? Потому что одно для меня, а 3 других для моих друзей. Ну, один для моего очень хорошего друга, и 2 штучки еще заказали люди, с которыми я общаюсь на одном из интернет-форумов. Так, посмотрим, как это дело выглядит. Ну, в принципе, для меня здесь ничего нет, ничего нового. Когда-то у меня было подобное крепление, замечательная штуковинка. Вот, значит, в комплекте идет само крепление в пластиковом пакетике и ключик для выполнения операции с этим креплением. Значит, в коробочке больше ничего нет. Коробка выглядит следующим образом. Вот. Возможно, вот это будет кому-то полезно, для чего-то пригодится. Значит, опять-таки, крепление было куплено в Китае на AliExpress, потому что стоит оно там на самом деле очень даже деньги небольшие, а уже здесь в Украине, если покупать, стоит достаточно существенно. Опять-таки, меня задавила моя дикая жаба, я предпочел подождать. Да, очень даже недолго, опять-таки меньше месяца прошло до тех пор, пока посылка прибыла ко мне, и приобрести именно в Китае. Но это все лирика, давайте рассмотрим само крепление. Выглядит оно следующим образом, немножко даже в масле. Вот, сделано, на мой взгляд, достаточно аккуратненько. Опять-таки, я не вижу здесь ничего, чтобы было бы сделано кривовато или еще каким-то образом нехорошо. Все ровненько, все двигается, все крутится. Насчет все крутится, это я, пожалуй, погорячился, потому что вот здесь оно затянуто вот очень уж сильно. Но с другой стороны, здесь есть шлиц под обычную стандартную плоскую отвертку, поэтому когда нужно будет, его можно будет открутить. Надеюсь, какое-нибудь другое крепление сейчас, когда будем рассматривать, будет затянуто не столь мощным образом. Вот, я смогу раскрутить его руками. Вот, крепление предназначено для подствольных фонарей, лазерных целеуказателей. Вот, и универсальность его состоит в чем? Вот этой частью оно крепится непосредственно на ствол или на подствольный магазин. Вот, например, возвращаясь к моему любимцу, Hatsan Escort Time Guard в 12 калибре. Вот. И крепление это предназначено для крепления на ствол или на подствольный магазин. То есть в данном конкретном случае можно попробовать. Ну, здесь, наверное, не получится из-за мушки. Но можно закрепить его, например, где-нибудь вот здесь. Вывести чуть-чуть вот сюда.
Вот, и закрепить подствольный фонарь. Также можно попробовать, честно говоря, не знаю, получится или нет. Ну, закрепить его на подствольный магазин. Это будет наверняка немножко поудобнее. Вот. Значит, ну, давайте-ка немного технических характеристик. Общая длина крепления около 7 сантиметров. Общая ширина в самом широком месте 25 миллиметров. Диаметр кольца крепления 25 миллиметров. Вот. Почему универсальная? Значит, постараюсь объяснить. Вообще крепление предназначено, ну, как бы анонсируется, позиционируется, вот умное слово, производителем и продавцом как крепление именно для подствольного фонаря. Но, как мы видим, в это крепление можно закрепить не только подствольный фонарь, но и, например, лазерный целеуказатель. Вот, например. И еще плюс к этому у него есть такая очень интересная возможность. Ну-ка попробуем раскрутить вот это. Может, это затянуто не так сильно. В результате их все придется рассмотреть. Да нет, это тоже затянуто сильно. Попробуем немножко. Сейчас. О! Бежать за отверткой просто неохота. И я предпочту ушатать свой любимый нож. Вот. И еще у него есть такая особенность, как вот такая. Небольшая база. База крепления стандарта Вивер Пикатинни. То есть, как бы крепление делится на две таких части. Вот эта часть может быть закреплена к нижней без каких-либо посторонних предметов. То есть, ну, до этого оно, конечно, было затянуто, но в принципе это можно, здесь можно оперировать руками, потому что здесь такая изрядная гаечка с надсечкой. Вот. То есть вот это крепление верхнее, вот это нижнее. Например, вы закрепили его где-нибудь на подствольный магазин или на ствол, да? То есть изначально у вас вот здесь, например, крепился фонарик. Но также можно использовать вот эту часть для, например, закрепления каких-нибудь сошек, какого-нибудь другого фонаря или лазерного целеуказателя. То есть, как бы это не просто крепление для одного единственного фонаря, плюс вот эта часть дает небольшую базу Вивер Пикатинни для закрепления чего-нибудь другого. Это первый вариант. Второе. Вот эту часть крепления можно использовать, например, для закрепления каких-нибудь оптических прицелов или еще чего-нибудь в этом роде, как просто как крепежное кольцо. Вот. Оно без проблем ставится на уже известную, ну вот, например, в данном случае, да, мы будем пробовать, поставим на уже известную нам планочку. То есть, как бы просто поставил, закрепил винтиком, оно здесь держится, никуда не гуляет, никуда не уходит. Выглядит примерно следующим образом. То есть, например, два таких крепления, да, снимаем вторую часть, ставим сюда, получаем две нижних части. Это база крепления Вивер Пикатинни, куда-нибудь на ствол или на подствольный магазин. Вот это два кольца для крепления к базе, к планочке Вивер Пикатинни, для, например, крепления оптики. То есть, в общем и целом, крепление, вот, в этом и состоит его универсальность. То есть, захотел, сделал так, захотел, сделал так, захотел, сделал так. То есть, ну, для вас как бы остается большая свобода действий. Крепление полностью выполнено, вот эта часть верхняя выполнена из какого-то сплава, алюминий, гералюминий. Естественно, крепежные винты, вот эти и вот эти,
Вот для чего и есть как бы вот этот шестигранничек. Они стальные. Вот. Вот эта часть. Вот эта часть выполнена также из сплава. Вот эта прижимная часть шайба выполнена из стали. Винты, соответственно, тоже стальные. Вот. В общем-то, что еще добавить? Стоит очень недорого. Кому интересно, ссылочка будет в описании под видео. Вещь действительно достойная. Ну, как бы, на мой взгляд. Ну, я уж во всяком случае для себя считаю, что она мне нужна. Вот. И еще несколько человек, как вы видите, тоже посчитали, что им оно в хозяйстве тоже пригодится. Вот. Ну, засим я буду с вами прощаться. Вроде бы рассказал все, что хотел рассказать. Спасибо вам большое за внимание. Если видео вам понравилось, ставьте свои пальцы вверх. И если видео не понравилось, делитесь замечаниями в комментариях. Я постараюсь всем ответить. Если вдруг интересно, подписывайтесь на канал. Всем спасибо и всем пока.